Добро пожаловать на новую серию Рузл ТВ. Сейчас мы с вами увидим новый продукт. Зрители в нетерпении, я в нетерпении, и сейчас мы снова покажем класс. Любопытно, что же Бертус приготовил для нас в этот раз? Бертус, что ты принес? Так, смотрите-ка. Вы, наверное, думаете, что у Бертуса настроение не очень. А вот и нет. А все почему? Потому что синий Рузл совсем как красный, легко смывается и силен как медведь. Но это же замечательно! Формула на водной основе с легким блеском и фиксацией фиксирует как тяжелый воск, при этом смывается легко как гель. А как пахнет-то? Да, Деннис? Синяя помада Рузл имеет прекрасный теплый аромат ванили. Отлично! Ну что ж, Деннис, можно сказать, что с большим удовольствием использую синий Рузл. Ты же видел, с чем Дункан пришел. На самом деле, синяя помада — это красная, подкачавшаяся в зале. В этом все и дело. Высыхает без комочков. Можно расчесывать в течение всего дня. Синяя помада справляется с самыми непослушными волосами. При этом сохранит гибкость на волосах в течение дня. Не затвердеет и не собьется в комочки. Классический продукт от Рузл. Сами знаете, выбор продукта для волос — это самое важное. Вот это преображение! Фантастика! Что ж, спасибо, Деннис. Мы только что увидели наглядно, что Рузл может сделать с волосами. А самое главное, вы видели, с чем он пришел. Найдите своего барбера, найдите того, который продаст вам правильный продукт. Спросите совета. Продукты Рузл замечательны тем, что смешиваются и сочетаются, усиливая или смягчая друг друга. Ну а основой станет выбор правильного продукта к правильной укладке на правильном человеке. И результат налицо. Вот это да, Деннис! Мы снова с тобой справились. Еще одна победа. С вами был Рузл ТВ. Спасибо, что смотрели. До новых встреч.